Короче, привет, пацаны, с вами я, Вляпи, и в этом видеоролике с вами поговорю о симуляторе питомцев. Как по мне, обнова. Вообще класс, просто пушка, она мне нравится, хоть она и мини, так говорил разработчик симулятора питомцев. Короче, в игре добавили какую-то штуку для 50% бусту для XP, что-то там. И нужно зарегаться там, что-то в Твиттере. Я вам сейчас покажу свой аккаунт. В чате, если что-то написать, то будет написано, что вы верифицированный пользователь. Вот, например, смотрите, как сейчас я написал «Алло». И что ж, давайте перейду ко второму моему аккаунту и вам покажу, какой будет аккаунт. Сразу же вы будете там ввести, и все. Больше ничего не нужно будет делать. Просто повторяйте за мной. Вот я зашел на мой второй аккаунт, и вы сразу же видите, что он новый. Я ничего не делал на нем, сразу же выбираю пета или любое. Я какой-то медленный, но это из-за бустов. Не покупал же апгрейдов. Вот, я, если что, вот сейчас напишу что-то в чате. И вы сразу же заметите, что я не верифицированный пользователь. Вот. Нужно просто подойти вот сюда, смотрите, вот так вот. Просто нажимаем на эту кнопку. Сразу же говорю. Либо вы ведете свой аккаунт, но нужно будет быть подписан на твиттер разработчика. Вот там написано Build Into Games. Либо же можете ввести мой аккаунт. Просто повторяйте вот за мной. И если я не ошибаюсь, вроде вот так вот пишется. Бросовал. И все, да. Он верифицированный. Все. Дайте я сейчас напишу в чате что-то. Текст вот так вот. Все, я верифицированный пользователь, и мне выдался буст. Все, спасибо вам за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Вляпи. Всем удачи и до новых встреч!